Друзья, всем здравствуйте! Получила я сегодня посылочку от Юрия Лавер. Замечательный человек, человек с большой буквы, прислал мне две озиминки. Прима 12-16. По сравнению с моими, я, честно говоря, просто выпала в осадок. Смотрите, какие большие. Это что-то с чем-то, а запах какой стоит, вы себе не представляете. Такой аромат на всю квартиру. Я их сегодня ходила, взвешивала, сейчас сделаю вставочку, взвешивала в магазине, поскольку у меня тут дома сейчас весов таких нету. У меня есть только маленькие, там до 200 грамм, а эти плоды гораздо больше. Так что взвесила в магазине, сейчас сделаю вставочку, посмотрите, сколько они весят. Друзья, озиминка по весу пришла взвесить в магазин. Одна 430 грамм. Вот дома весов таких удобных нет. Одна 376. Вместе сейчас поставим. Два плодика на 806 грамм. Так, друзья, сейчас... Хоть Юра мне сказал подождать пару дней, но Юра... Юрий, выбачайте, я не могу сдержаться. Он так один такой как раз мягенький. О, вау, 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 это что-то вообще. Балдеж, это балдеж. Ну, сейчас посмотрим. Опа, вот не так, как мой. Мой был такой себе, как каша, а этот такой. Итак, друзья, консистенция такая, больше, наверное, ближе к манго. И вкус такой, знаете, интересный. Манго с бананом, с грушей, с яблокой. Как-то вот мне вот отдает сразу всем. Очень интересный вкус и балдеж. Я вот начала сейчас семена вытаскивать помаленечку. И смотрите, для сравнения. С тех, что я собирала семена со своих, вот сорт манго и... Мэри Фуз Джонсон. И смотрите, какие семена у Примы. Смотрите, какая разница. Это вообще трэш. Посмотрите, какие они огромные. Это, конечно... Я в шоке, и мой шок в шоке, и я балдю. И у меня еще больше стимул появляется выращивать эту культуру. Еще раз огромная благодарность Юрию Лаверу. За такой балдежный подарок, это просто, у меня нет слов. Я очень довольная. Так что такие дела, ребята, это балдеж. Других слов и нет. Итак, друзья, плод благополучно поглощен. И смотрите, с одного 9 семян, вот, 8 такие, а один, короче, решил не ждать. Смотрите, что выдал. Это, походу, я так думаю, что это корни, потому что я даже толком не смогла промыть семечку. И я так думаю, сейчас буду, наверное, уже придется, а что делать? Придется поставить его в вермикулит. И посмотрим, что с этого выйдет. Так что такие дела. Ну, такое бывает тоже.